Здравствуйте, я Марина Лаптева, и это не подготовка к экзаменам. Сегодня мы будем использовать книжки в качестве отягощений для упражнений на руки. Итак, если у вас есть под рукой пара книг, тогда следуйте моим советам. Итак, берем в руки отягощения, я использую книжки, и начинаем подъем рук. Доводим до горизонтального положения и опускаем вниз. Поднимая выдох, опуская вдох. Здесь задействуются как бицепс, так и трицепс. 15-20 повторов будет достаточно для того, чтобы держать ваши руки в форме. Не запрещайте себе ужин, это приведет к сильному чувству голода и срывам. Итак, в руках по-прежнему отягощение, сгибаем руки. Здесь угол должен быть 90 градусов. И начинаем подъем. Далее в исходную позицию. Чувствуем, как работают мышцы. Двадцать-тридцать повторов будет достаточно. Йогурт – прекрасный диетический продукт, но смотрите внимательно на этикетку. Процент сахара и жира не должен быть высоким. Это упражнение можно выполнять и сидя. В руках по-прежнему отягощение, предплечья параллельно полу. Руки согнуты и уводим их наверх. Чувствуем, как работают также мышцы спины. 20-30 повторов будет достаточно. Яйца являются самыми лучшими источниками белка в мире. Кроме того, в них содержатся витамины А, Д и Е. Если в ваших руках находятся книги, как и у меня, то кладем одну на другую и уводим руки назад. Здесь сохраняется угол 90 градусов. Упражнение направлено на трицепс. Опускаем и поднимаем. Локти стараемся прижимать к голове. Чувствуем, как работают наши трицепсы. Выполняем 20-30 повторов. Рыба помогает снижать уровень жира в организме человека. Кроме того, в ней содержатся жиры группы омега-3. Следующее упражнение будет направлено на заднюю поверхность рук. В руках по-прежнему отягощение. Уводим их назад, поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Кстати, именно задняя поверхность рук считается у девушек самой проблемной. И это упражнение позволяет держать руки в форме. Нескольких повторов будет достаточно. Зеленый чай является отличным антиоксидантом, предотвращает развитие раковых опухолей, нормализует деятельность сердца и уровень сахара в крови. Итак, берем книжки в одну руку, если у вас, конечно, в качестве отягощений тоже книжки, как и у меня, и начинаем сгибать руку по направлению к плечу. Если вы хотите увеличить нагрузку, то угол здесь не 90 градусов тогда, а чуть-чуть побольше. Чувствуем, как напрягается наш бицепс. Нескольких повторов будет достаточно. Гречка является полезным продуктом, так как она очищает организм и дает сытость. Упражнение на бицепс. Берем отягощение в одну руку, в данный момент левую, и кладем локоть на левое колено. Выпрямляем и сгибаем по направлению к плечу. Опять выпрямляем и опять сгибаем. Эта поза наиболее удобная, так как у локтя должна быть опора. После 20-30 повторов можно смело переходить на другую руку. Эти упражнения не такие уж и сложные. Самое главное – выполнять их регулярно. И будьте здоровы!